первоклассники. А вы должны, наверное, знать, как сидят первоклассники за партой. Ну-ка, показали. Показали быстрее. И сейчас нам нужно с вами найти дверь, волшебную дверь, где лежат наши подарки. Так, а найти будет очень-очень-очень сложно. Но я знаю одно, что она только подсвечивается. Теперь под музыку мы все ищем нашу волшебную дверь со шляпником. Пойдем со мной искать дверь. Так, давай за мной. Так, где же она может быть? Так. Она же может быть даже не в этой комнате. Нет, она может быть она там. Так, давайте посмотрим за мной. Пройдем сюда, давайте там. Может, дверь под столом у нас? Не знаю. Может, на потолке? Все, давайте на потолке ее поищем. Нету. Да. А что это за странное что? Давайте отодвинем, посмотрим, что же там. Так, ты знаешь? Ну-ка, давай, у нас есть проводник, давай, покажи, где? Где ты видел дверь? Давай. Где там? Давай. Где же ты видел нашу дверь? У нас была одна подсказка. Нам сказали, что дверь подсвечивается. А может быть вот этот фонарик и нам и говорит о том, что наша советная дверь здесь. О, давайте похлопаем. Давайте, мы нашли дверь. О! Ну а теперь нужно же дверь открыть, правильно? А это не простая дверь, это дверь волшебная, правильно? Там же у нас мы сейчас находимся в зазеркалье, то есть все сейчас наоборот. То есть нам нужно сказать волшебное слово только наоборот, правильно? Так. Нет, ребята, а вы помните все наши волшебные заклинания? Ну-ка. Сейчас давайте все садимся на свои места и посмотрим, откроется ли дверь или нет. За мной, за мной, давайте, все по местам. Все за безумным шляпником. Берем. Садимся на места. Так, все на места. Так, на стульчики сели. Все сели, никто не бросается. Все. А можно и на полу, правильно? Чего, зачем стулья нужны? На стульчике все или на пол. Дверь открылась, и правда. Что же там такого интересного нам несут? Смотрите. Да, это какие-то интересные книги. Точно. Присаживаемся на стульчике. Дима, садись. Ну-ка. Только на стульчике. Так, ну что? Сядь на другое, солнышко. Ну что, ребята, давайте мы тоже поздравим наших малышей. Поздравляем! Ура! Вы огромные молодцы! И сейчас, как настоящим уже будущим школьникам, мы вам дали настоящий энциклопедии, которые вам обязательно пригодятся во время учебы. Шляпник, тебе понравилась книжка? В этой книге, наверное, написаны все тайны, которые я никогда не знал в своей жизни. Но теперь вы будете гораздо умнее, чем я. Будете хорошо учиться в школе, слушаться своих родителей. Я правильно говорю? Да! Поздравляем! Поздравляем всех! Так, вот теперь давай, бери. Вот это да, да, доча.
самого наилучшего. Доча, интересно. Федор, что, читать будем сегодня, да? Ребята, послушайте меня, кто не получил книжку? Скажите, поднимите ручку, кто не получил книжку? У всех есть книжки? Да. Вот и хорошо. Да, я не получил книжку. Да. Все получили. Марина Александровна, мы уже читаем. Ребят, а вы не читаете прочитать всю эту книжку? Сразу видно, читаете. Все прочитаете? И ставите день, чтобы мы запомнили, давайте мы с вами сфотографируемся. Так, фотографируемся, идем все сюда.